Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Продолжаем играть Assassin's Creed 2. Отвлечемся в этой серии немножко на побочные миссии. У нас их, по-моему, всего лишь доступно только убийство сейчас. Что их поделаем. Сообщники архиепископа Сальвиати пытаются уйти от правосудия. Они воспользовались карнавалом, чтобы переодеться арлекинами. Найди их и уничтожь Лоренцо. Арлекинами? Как интересно. Кстати, у меня есть такие подозрения, что эта серия выйдет уже после того, как мы пройдем некоторую сюжетную часть, потому что я просто раньше не успею ее, возможно, смонтировать. Поэтому не надо удивляться, что серия, возможно, будет немножко не соответствовать времени прохождения. Ну да, она ни на чем не завязана. Ну да, то есть так как сюжетных моментов здесь не затрагивается, то ничего страшного. Замки и столовые приборы в течение трех поколений семья Бертуччи Сан-Поло поставляет жителям Венеции товары. Вот он! Куда он делся? Куда он делся? Экколо! Бей его! Попробуй догони. И не протиснуть, что ли? Ага! Это кто у тебя там? Что такой нервный-то? Блин. Ой, сейчас начал стрелять. Блин. На балку хочу. Ну все. Опа! А, паника, паника! Беги, беги уже! Беги! Иди отсюда и беги! Ой, слушай, нет, нормально. Нормально. Вот они там. Ага. Ухожу, это чересчур. А где товарищи-то, которые на тебя тут орали? Тебе здесь не место. А. Ну вот они. Черт, не дайте ему уйти. Опа. Это как что вы так разошлись? Ну-ка. Удобьте. Главное, потащил от края крыши куда-то. Я просто думаю, куда бы так поинтереснее. Он на доктора. Промазал. Да доктору пофигу. А доктор увернулся. Крестьянам ход воспрещен. Он зять не мой! Тьфу на вас. Черт, сейчас кидаться будут. Он здесь! Он здесь! Такие истерички. Ага. Все, отстали. Тебе конец. А, нет. Он уходит. Он здесь? Уходит или здесь? Угу. Свежие пиявки. Кому нужно пустить? Ты полез. Он что? Кто меня нашел? О! Не понял? А ты где? Там за краем, может быть. А, он с это... А там стража, смотри-ка. Ага. Вон он. Который дальний? Да-да-да. В колпаке. Почему? Не понял. Ладно, я не хочу знать. Да. Разве это законно? А, не мое дело.
Что-то... Забавная ты обезьянка. Вы издеваетесь, да? Я ассасин, конечно... или не ассасин? Да что-то такое, это унизительно, блин. Нужно уходить. Вы предаете тех, кто давай перед ним. Ты не уйдешь. Прыгайте сюда. Ой. Все, я думала, они в воду. Ага, не дураки. Фига их там. Угу. Ахаха. Охо-хо. Ты греби давай, не отвлекайся. Я гребу. По воде не быстрее будет? Нет. Где-то здесь вроде. Опять примерно такое же место. Черт, надо бежать! Опа! Опа, гад какой! А почему нельзя пойти пешком? Гляньте на него! Ну, да бежим же! А вот это вот руками не работает разве? Почему-то не работает. Надо, видимо, было зажать, а я тыкал, короче. Ага. Ну да, надо зажимать, чтобы распихивать. Черт, надо бежать! Что ты с ним делаешь, я не пойму. Тебе же его вроде убить надо. Убить. Все, до свидания. А, нельзя, понятно. Я думал, работает в любом случае. Заходите все, кому нужна помощь. Слабо. Что-то у тебя Альтаирка сегодня не выспался. Какой-то недоассасин. Все его видят, все его обижают. Ага, он там фигня бежит с деньгами. Это он тебе деньги несет? Нет. Да. К сожалению, он их от меня унес. Ну твои же деньги-то. Это без меня. По-моему... А, нет, я думал, увернулся. Далеко? Видимо, далеко, ладно. Пошли на следующую миссию. Один из кузенов Франческо Пацци устраивает вечеринку. Узнай, где она состоится, проследив за кем-нибудь из приглашенных, а затем убей хозяина дома. Я уверен, что никто из гостей о нем не пожалеет. Лоренцо. Ага. Проследить, потом убить. Хорошо. Следим. Берегись. А, мои драгоценные гранаты и овощи для мамы. Как грубо. Вот она. Что еще там вспомнишь? Ну как же так, а? Ну как же это возможно? На всякий случай около них нажимаю, а то они, блин, любят толкаться плечами. Ну, скажем так, у меня было тоннельное зрение, и я не смотрел на него конкретно. А то я замечала, что иной раз идет вроде в одну сторону, потом но может повернуться резко, пойти на тебя. Мою, про героя, что ходит балалайшника. Вырвет он зло и растопчет его, попирать его будет много. Узлые тираны припомнят мой глаз, когда мститель за ними придет. Тетя, ты там далеко?
Забавная ты обезьянка. Идите нафиг. А чё они все обзывают? Скидки. Деньги. На, с тобой, брат. Похоже, вы умеете обращаться с дамами. Вы уже никто не спасет. Можно было бы выключить вот эту автоматику у девчонок? А чтобы они не отцеплялись? Ну да. Что-то я не понял. А кто меня засек-то? С той стороны, что ли, которые стояли? Я не очень поняла. Так, ну, задание пока не провалено, следим. Но она уходит, 10 секунд осталось. Слезай, кретин! Что ты здесь делаешь? Все, мы, видим, выследили, кого надо. Убейте хозяина. Интересно, засечен? Ты такой незаметный. Бомбочкой такой. Был не бомбочкой вообще-то. Да у тебя даже вперед руками как бомбочкой плюхнулась. Это тот хозяин? Он мне угодишь, блин. Ой, да. Куда это ты собрался? А что, обратно прыгай, все. Мы его поймали. Я не хочу, я хочу с ним побегать. Прикол, конечно, в том, что они такие же ловкие, как я. На раз даже и лучше. Чё? Ничего. Чё ты хотел сказать? Ловкие. Хорошо. О, даже близко. Один венецианский кондотьер похитил нескольких художников. Он требует, чтобы они изобразили его героем войны. Не дай ему извратить историю, убей его. Позднее я сам свяжусь с этими художниками. Мне нужно украсить семейный склеп. Прикольный ты, Лоренцо. Ладно, сейчас убьем. Найдите жертву. На этот раз ты не убежишь. Очень хочу бесшумный бег. Он уходит. Не чувствую себя ассасином. Да. Потому что мимо пробегаешь них, они сразу. Опа! Кто это тут бежит? Вот смотри, ты хоть ногами входишь в воду, хоть руками, а брызги одинаково летят. И грохот столько же. Вот я поэтому и говорю. Странно. Там, я не знаю, делали бы при бомбочке больше звуков, тогда вот, ну, я не знаю, там такой летит и ага, и кричит. Ну да. Потому что такой высоты бомбочкой, я боюсь, там половина тела, наверное, должна отлететь просто. Ой, да ладно, он в сапогах, он вперед ногами входит там. Но он входит, я бы не сказал, что хорошо входит. Ну, как получается. Ну да. Но в любом случае он защищен. Слезай немедленно! А вот и не слезу. Кого убить? Я уже забыл, какое там у нас задание-то было. Этого кондотьера. Самого. Вот он. Неплохо. А, точно, он гад. Стража такая на тебя снизу посмотрела. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, тихо там. Иди сюда. Смотри-ка, я его убить могу. Прямо отсюда?
Блин. Я убил стенку. Ой. И статую. Сейчас. Еще раз статую. Нет? Всех обманул. Убил стенку, статую и всех обманул. Смотри за то, как деморализовало. Нарушать порядок примеров. Хорошо. Нормально. Скажи, я больше не буду. 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 Пальцем ты там погрозил такой. Безобразие какое-то. Где дисциплина? Ты ассасин или не ассасин? Че безобразничаешь хочешь? Я? Да. Так, я не понял, что за наезды? Ассасин или не ассасин? Я ассасин, мне все можно. Ничто не истинно, все дозволено, понятно? Ну да, да. Да. Так, ну давай побегаем. Я слышал, ты быстро бегаешь. Я тоже не из медлительных. Окажешь мне честь, устроим гонку. По твоей роже незаметно, что ты много бегаешь. Только хотел сказать, щекастенький. Ну, побежали. Надеюсь, не по красной территории. Ха. Не, ну это нормально. Ха-ха, вон под этой. Ага. До свидания. А где? Я не вижу. Наверх, что ли? Опа. О, вот подстава. А где? А там тоже козырек. Да козырек-то пофигу, он умеет лазить по козырякам. Вон она, гадина. Да, толку уже времени столько потеряли на этом. Что-то я не уверен. Внизу, ага. Он такой. О! Круто. О, ё-моё. Это всё плохо начинается. Ну да, 9 точек только пока. А их там сколько? 22. Тьфу. И что он делает? Ну, в принципе, может быть, получится успеть. Вот они точки расставили. Тут маршрут, по-моему, надо заучивать, чтобы нормально пробежать. И куда? Туда. Ой, где? Вот он, наверху. А, жесть. Так. Наверх, ага. Пошел ты. Так. Здесь что у вас? Слева, слева. Ага. Еще одна осталась. А! Почти помер. Фу! Почти не считается. Что-то репутацию где-то успел испортить. Сложная трасса была. Она неочевидная какая-то совершенно. Так, полечиться. Думал, не успеешь уже, да? Ну да, я думал, что уже не успею. Потому что, ну, каждый раз приходилось останавливаться, смотреть, как туда пройти. Эколо, быстрее! Он на тебя! Я спрятался.
Беги быстрее, мертвец! Ах ты! Ау, прям по голове же. Вот бы тебе камни тоже давали носить с собой. Угу, много. Не понял. И куда ты пошел? Все, что ли, обеденный перерыв? Работать то будет. Тьфу. Ты на крыше вообще-то стоял. Тьфу. 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 Прикольно, да, так стоишь? И все. Да, прикольно. Охота на охотника. Похоже, твои успехи не остались незамеченными. За тобой охотится какой-то влиятельный человек. Найди и убей того, кого я указал. Надеюсь, мы узнаем, на кого он работает. Если сумеешь отыскать заказчика, победи его, и тогда ты будешь в безопасности. Я думал, за нами охотится, а в итоге-то... Ну ладно. Какая-то безумная рекурсия получается. Ну какой ты молодец, а? А-а-а. Сейчас пойдет и убьет всех нарушителей. Один сам. Геройский герой. Внимание! Все торговцы восточными пряностями. Мне его же убить надо? Продемонстрируй свое мастерство. Понятно. На крышу полез. Баста, Амико, какой там полез? Драпанул так, что... Клево. Эцио, вверх. Ну и нафига я этих олухов нанимал? Фига он шпарит. Ага. Ха, они в него камнями кидаются. Смотри, они его сшибли. Ага. Нет, стой. Все, ушел. Он ужимает оказаться в самой середине. Что-то я не посмотрел, а можно как-то отменить выстрел все-таки? Сейчас ты умрёшь! Благодарны вам за вашу доброту, Амико! Я вижу! Драпай, драпай, драпай! Давай, 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 давай! А прикольно они его там сбили. Блин, Эдсоус балки не может стрелять? Как так? Это не, неправильно. Гад, а! Блин. Да лучше ножами покидал. Я хочу его застрелить. Окей. Надо как-то крайне криво. О, во-во-во. У кого-то там аж выпало. Слушай, я его не смогу здесь обласкать. Сколько времени возвращался, бегал. И чего теперь? Ну... Ты его взять не можешь вообще никогда. А там все дерутся, что ли? Товарищи наши? Да. Да. Так, что у нас есть-то там такого? Попробую еще раз застрелить, ладно. Внимание! Мы на поведении! Стой! Меня, пожалуйста! Помогите! Здесь убийца! И не срывайте злость на работу! Какой-то на него
обиженный. Кража прошла успешно. И что дальше? Еще? Наемный убийца найден. Окей. Подходите, друзья мои! Где красавица-то? На этой неделе я отдаю товары почти даром! Это непонятно. Уйди, а. Здесь рыцарь благородный. Слушай, иди отсюда. Деньги! Деньги, деньги, деньги! О, да, деньги! Прибыли новости за границу! А где он есть? Вверху, что ли, где-то торчит? И дождь вместе с советом десяти пытаются выработать план действий! А, ну ты стороной обошел. Возможно, там выемка вот здесь, да, как вот раз. Здесь где-нибудь. Нет, стоп. Вон он, что ли? Да, 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 вон. Похож. А там негде зайти, что ли, с той стороны? Да. Вот он сейчас часанет. Он свернет себе шею. Аккуратно. Я слишком стар для этого. Бей его! Так это, да, я тоже хотел сказать, что это манекен. Засада. Привет, труп. Привет, говорит, труп. Вау. Хотел к друганам своим убежать. Вау. Ау. Как бы вас так хитренько что-нибудь сделать? Ау! Дайте мне саблю. Вывернулся. От тебя даже праха не останется. Ой, да ладно. Эй, отпусти меня. Хочешь своего друга? Отпусти тебя. Так, сейчас. Вот так. Не понял. Вообще, я не это хотел. Прикольно. Где он там, это? Кучки. Куда стал? Тут, видишь, хаос такой. Художественный беспорядок. Ага. Сейчас приберемся. Это непорядок. Все? Как будто здесь ничего и не было. Нет, стоп. Манекен вот этот. А, никак. Нельзя. Могу обобрать? Ключи? Ключи. Что? А, ну ты же у товарища там что-то забирал, которого перед этим убил, нет? Так нам задание уже засчиталось. Я не знаю. Какие еще ключи? Ну, ладно, не знаю. Первый раз вижу. Ну, все, тогда на этом закончим. Надеемся, вам понравилось. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. И всем пока. Всем пока.